Привет, друзья! Магазин Glinky.ru предоставил свою площадку для записи нескольких роликов. Мы сможем протестировать что-то из их широкого ассортимента и начнем, пожалуй, с самого неоднозначного и необязательного предмета для саксофониста – бустера фирмы Nagisawa. Для тех, кто не знает, бустер – это металлический утяжелитель для соединения эски и ствола саксофона, который, по задумке производителя, должен повлиять на резонанс в лучшую сторону. Нечто подобное можно наблюдать у профессиональных моделей саксофонов Yamaha, которые стали делать массивную накладку на этом месте, который работает как утяжелитель. Кстати, одним из пионеров использования бустеров стал профессор Парижской консерватории Клод де Лиангл, который использовал для этих целей металлическую пластину. Бустер выглядит как очень массивный и дорогой винт для крепления эски. Фирма Nagisawa делает два типа бустеров в зависимости от модели саксофонов. Одна модель подходит для саксофонов Nagisawa и Selmer, другая для саксофонов Yamaha. Также они отличаются по цветам. Представлены посеребренная модель, позолоченная и покрытая розовым золотом. Давайте поиграем с бустером и без, и попробуем понять, как он влияет на звук. Итоги, думаю, каждый подведет для себя сам. Если услышали разницу, напишите в комментариях. Мне не показалось, что бустер вносит какой-то ощутимый вклад в резонанс. Возможно, совсем немного изменился тембр в нижнем регистре, и атака стала чуть более острой. Но не исключаю, что все это может быть эффектом плацебо. Что определенно понравилось, это тактильное ощущение от винта. Его приятно крутить, а это немаловажно. В жизни музыканта не так много радости, чтобы пренебрегать такими мелочами. Буду рад, если этот тест поможет вам сделать выбор в пользу бустера или наоборот против его использования. Еще раз хочу поблагодарить магазин Glinky.ru за предоставленные для теста материалы. Ссылка на их сайт будет в описании к этому видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. До встречи!